Развитие сферы услуг, сотрудничество, задачи. Таким емким стало название проекта в Бресте, который объединил представительниц женского бизнеса из России и Беларуси. Проведение конференции, где было акцентировано внимание на необходимых условиях и ресурсах для поддержки женского предпринимательства, позволило участницам обменяться полезной информацией, касающейся ведения бизнеса, выступить в качестве спикера и углубить знания в профессиональной сфере. Такие опыты, как сегодня, они очень полезны для предпринимателей всех городов и областей. Мы совершаем такие бизнес-миссии не первый раз, не первый год. Они несут плодотворный, очень позитивный характер для развития и взаимодействия между сферами разного бизнеса в целом. Сегодня совместно с Союзом женщин Беларуси мы являемся организаторами данной конференции. Будем знакомиться со спикерами с вашей республики страны. И наши тоже девушки-предпринимательницы выступят со своими кейсами. Беларуси первый раз, мы первый раз посетили эту республику и надеемся, что наша встреча оставит только самый положительный эффект и принимающей стороне, и нам тоже. Конференция дала возможность услышать мнения и потребности женщин-предпринимателей и стала актуальной платформой для обсуждения важных вопросов и вызовов, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе. В рамках нашей деятельности «Союз содействия женскому предпринимательству», конечно, это развитие женщины, гармоничное развитие в бизнесе. И одним из проектов, направлением деятельности являются международные выезды, бизнес-миссии, да, и предпринимательские такие объединения. Вот в рамках одной из таких, да, родилась идея поехать именно в рамках сотрудничества и развития, и знакомства в Республику Беларусь, потому что, ну, действительно, исконно мы дружественные народы, да, и, конечно же, перспективы роста и развития, и сейчас новые открывающиеся ниши и рынки, это все необходимо проверить, исследовать, да, и, конечно же, погрузиться в эту атмосферу. Сегодня мы встроены в мероприятие, чему очень рады, и, конечно же, будем делиться успешным опытом, практиками и расскажем, в принципе, о проектной деятельности нашей организации, направленной, как вы уже поняли, на развитие женщины в бизнесе. Участники и российская сторона, леди из Российской Федерации, и бизнес-леди, и белорусская сторона, это брещане, Брестская область, Минск, спикеры, очень интересные спикеры, сегодня будет очень интересно, и я думаю, что все уйдут довольны и заряжены. Главная цель сегодня – это обменяться опытом, обменяться энергией, зарядить свои батарейки, поэтому всех женщин просим включиться обязательно, и я думаю, что все выйдут именно заряженной энергией и новыми планами, новыми идеями, целями и стремлением все это реализовать. Генеральным партнером проекта выступает открытое акционерное общество «Белорусский банк развития и реконструкции Белинвестбанк», известный своей поддержкой женского бизнеса через Центр поддержки и развития женского предпринимательства. На протяжении многих лет банк создает специализированные продукты и программы, направленные на удовлетворение потребностей женщин-предпринимателей. Мы являемся генеральным партнером этого мероприятия. Белинвестбанк традиционно поддерживает женский бизнес. Это не только какие-то программы финансирования на льготных условиях или специальные тарифы обслуживания для женщин, но и является организатором, участником таких мероприятий, форумов, диалоговых площадок, где представители женского бизнеса могут пообщаться, познакомиться, поделиться опытом, получить какую-то информационную поддержку, возможно, наработать какие-то партнерские связи. Сильная сторона женщин-предпринимателей – активность и умение адаптироваться к любым условиям. Они давно стали важной частью бизнес-сообщества и продолжают расширять ряды красивых и амбициозных профессионалов своего дела. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.